Холод, пар изо рта и никакой возможности согреться из-за вынужденной остановки. Уже несколько раз жители Барнаула пишут в соцсетях о товарных поездах, которые перекрывают пешеходный переход у моста на Новом рынке. Люди сообщают о 10 и даже 15 минутах, когда им приходилось стоять у вагонов. С мая этот участок делят пешеходы и товарные поезда. Иногда их пути пересекаются. Состав, который остановился на переходе, перегородил нам дорогу на неопределенное время. А мы шли, меся грязь под ногами, чтобы обойти остановившийся состав. Когда здесь стоит подвижной состав, некоторые люди не хотят дожидаться, пока он проедет, и идут в обход прямиком по грязи. По сути, они лишены возможности беспрепятственно проходить. В связи, я полагаю, так со строительством данного моста. У нас же есть комитеты по транспорту, по дорожному хозяйству и так далее. В их прямом ведении находится благоустройство и обеспечение таких переходов надлежащих. Не могут сделать сквозной простой пешеходный, пусть сделают воздушный пешеходный переход. Судя по отзывам людей, пересечься составом можно и поздним вечером, в обед. Изменить ситуацию в РЖД не могут, ведь товарные составы должны везти грузы. Но поясняют, остановки на этом участке происходят не чаще 1-2 раз в неделю. Мы принимаем сегодня все необходимые меры, чтобы вот такие эти составы там стояли как можно меньше, и это же время ожидания не составляло больше 15 минут. В РЖД обещают, что ситуация на переходе зимой улучшится. Людям не придется коротать время в ожидании проезда состава. Дело в том, что грузоперевозки зимой сокращаются, не сезон. А пока придется потерпеть в прямом смысле. По словам представителей РЖД, расписание у грузовых поездов, в отличие от пассажирских, нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.